Всем привет, любителям ретро-автомобилей. На данный момент автомобиль Нюся, поломался замок. Я его разобрал. Помню, что машине 38 лет. Что у нас произошло? Произошло у нас то, что слезались язычки, выработались, видите, да? И получается, когда хочешь открыть дверь, он заходит под эту пластину, и все, и замок у нас блокируется, и ты не можешь его ни открыть и не закрыть. Что на данном моменте я сейчас буду делать? Вот эти все дела заваривать, вернее наваривать, а потом все это сточить, ну и почистить, покрасить, чтобы еще лет 50 эта машина проходила. Вот такой вот замочек на Нюсю. Так, ну вот, заварил. Вот тут, чтобы не шаталось. Вот так вот, вот наварил пятаки. Чуть-чуть побольше сделал. Так же самое и здесь. Пятаки побольше сделал, чтобы подольше походило. Почистил. Сейчас будем собирать. Ну и здесь тоже наварил, что уже плохо фиксировалось. Еще походит. Так, замок собрал, поставил на место. Все работает, как и работало. Фиксируется, так что еще столько же лет проработает. Неубиваемый автомобиль. Так что следите за следующими выпусками видео восстановления этого автомобиля.